Друзья, всем привет! Мне приехала посылочка. Я ее вам сейчас откроем. Так, сверху у нас здесь каталоги. Январь. Так. Парфюмирована водичка. Духи такие вот отсвечивает. Еще одни такие же, 50 миллилитров. Так, затем детский спрей для облегчения расчесывания волос, 200 миллилитров. Затем у нас вот такая вот большая бутылочка 500 миллилитров гель для душа. Сейчас я его, наверное, сюда поставлю. Вот такие вот духи 50 миллилитров. Мыло гигиеническое для интимной зоны 300 миллилитров, деликатное. Бальзам для волос, густые и плотные волосы, 400 миллилитров бутылочка. Шампунь для волос 400 миллилитров тоже. Гель для душа 720 миллилитров, сменный блок, морская лагуна. Вот такая вот бутылочка и для душа 500 миллилитров. Так, мужской шампунь, кондиционер 2 в 1. Здесь у нас, там где, а вот, 200 миллилитров. Духи мужские. Семьдесят пять миллилитров. Женские духи Инкаденс. Пятьдесят миллилитров. Еще одна коробочка. В двух коробках этот раз приехал. Так, это, наверное, дно. Так, с той стороны открываю. Здесь тоже также лежит прайс-лист. Вот такая вот гель для душа бутылочка. Абсолютная чистота. Там 250 миллилитров такая бутылочка.
мужской гель-шампунь. Лосьон для тела. Для всех типов. 400 мл. Пена для ванны. 500 мл. Новиночка. Я такой раньше не видела. И еще одна такая же. Вот такая вот пена для ванны. 500 мл. Гель для душа. Клубничка. 500 мл. Гель для душа. Абсолютная чистота. Так, здесь, наверное, 250 мл. Шампунь. 700 мл. Витильное мыло. 300 мл. Так, это у нас лосьон после бритья. Так, 100 мл. Вот написано, плохо отсвечивает. Но... мужские духи. Мл. Такая баночка. Гель для бритья. 150 мл. Мягкий уход. Ухаживающий гель для бритья. Основной уход тоже 150 мл. Шампунь для мужчин 200 мл. И бальзам после бритья. Увлажняющий крем 100 мл. Вот такой вот заказик. Ко мне приехал в этом месяце. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада новым зрителям. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.